Друзья, привет, Иркутск! Привет! Ох, сколько красивых, радостных, воодушевленных лиц! Какое счастье видеть вас здесь, этим вечером! Я приветствую всех, кто здесь родился и кто красиво проживает свою жизнь. Я приветствую тех, кто впервые оказался в этом прекрасном городе на Ангаре. Сегодня у нас с вами замечательное событие. Мы пришли к главному музыкальному эпицентру этого исторического дня. Но перед тем, как мы начнем наш концерт, я хочу спросить вас, вы не устали? Как настроение? Нет! Устали ждать. Отлично, отлично. Я услышал главное. Настроение приподнятое. Только что мы будем делать дальше, если оно уже сейчас такое? Ну, я догадываюсь. Мы будем его еще приподнимать. Так, чтобы радость до небес у нас получится! И детские голоса, и ветераны, спасибо, отлично. Тем более повод какой. Мы все вместе отмечаем юбилей родного города. Красивый, значимый, с двумя пятерками, значит, отличный юбилей Иркутска. 355 лет. И каждый из вас сегодня уже стал участником этого замечательного торжества столицы Восточной Сибири. Спасибо! Спасибо! Это ваш город! И я уверен, и я абсолютно уверен, что Иркутск – это большой, живой организм. Он чувствует себя молодым и не чувствует этих 3,5 столетий. Более того, у этого города сибирское здоровье, и у него нет другого пути, кроме как с каждым годом становиться краше и сильнее. Вы сделаете его таким! А что, как не музыка, подчеркивает его внутреннюю гармонию? На сцене губернаторский симфонический оркестр. Я с удовольствием приглашаю художественного руководителя и главного дирижера этого коллектива, заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапинша. Илмар Артурович, приветствую!